Вы только посмотрите. Вот так я оформил свою коллекцию. На потолке витраж, освещение, как в музее. Невероятно. Какое удивительное зрелище. Спасибо. Как зародилась эта коллекция? Меня интересовало прошлое моей профессии. Хотел узнать, как все начиналось. Я стал собираться, когда мама купила мне антикварный медицинский набор. Она знала, что я хочу стать доктором. Похоже, у людей бывают гены коллекционера. Вот так все и началось. Какие редкие сосуды. И они здесь повсюду. Да, они мне нравятся. В этих сосудах держали пиявок. Пиявок прикладывали к ушам, глазам и к другим местам. Не к вашим, конечно. Просто счастье. Если хотите, можете исправить. Спасибо, не надо. Вот здесь хранятся футляры для ланцетов. С их помощью делали кровопускание. В 18 и 19 веках ланцет у каждого врача. Это был главный инструмент в профессии. Тут хирургический отдел. На каждой ручке держал ухо, каждая металлическая деталь украшена. И пробили украшать, чтобы показать, какие мы важны. Большинство сверлили дырки в голове. Давно собираются ждать чуть больше 30 лет. Они катились годами, и я смог из руки и остаться. Так говорит она. Но она помогает вам? И очень меня поддерживает. Редкий римский хирургический набор, датированный 100-м годом новой эры, недавно был продан за 10 тысяч долларов. А здесь что? Технология. Банки, шарлатанство. Отдел по здоровью женщин и детей. Вот в том, что все предметы использовались для лечения. Здесь магниты, электричество и для псевдолечения. Вот эта штука помогала растить волосы. Уверяю вас, это не работает. Конечно, не помогали тогда и не помогают теперь. Вот это набор для приведения в чувство закрепившихся. Они использовали собачий дым, который запускали прямо в задний проход. Знаете ли выражение «пускать дым в зад»? Так вот, откуда это пошло? Да, все верно. Век живи, век учись. Если серьезно, коллекция была потрясающая. В историческом и культурном плане не терпится ее оценить. Сколько вы во все это вложили? Примерно 450 тысяч долларов. Предлагаю свои услуги в оценке, но сперва скажите, во сколько вы сами ее оцениваете? Пожалуй, 600-650 тысяч долларов. Заплатили. Это набор для ампутации. Удобный один из самых лучших наборов из тех, что мне довелось видеть, сделано в Париже в 1870 году. Отделано золотом, черепатовые ручки. Я оцениваю 65 тысяч долларов. 1850 – это набор батареи выпускнику стоматолога. Здесь 5 отделений, первопутровые ручки, украшенные многоценными камнями. Чрезвычайно.
черно-оливковый, и вы должны выглядеть весело. На носке руки, конечно, менее заметно для противника. Ваша коллекция действительно поражает. Большое спасибо.